Москва простилась с маршалом Советского Союза Сергеем Соколовым. Церемония проходила в культурном центре Вооруженных сил Российской Федерации. Проводить героя СССР приехал глава государства. Соколов умер в возрасте 101 года. Пресса называла его маршалом столетней выдержки. Армию он посвятил всю свою жизнь и даже в преклонные годы оставался на посту. Был советником при Министерстве обороны. За несколько дней до смерти маршала умерла его супруга. Читу похоронили на Новодевичьем кладбище. Родомир допускаем. Ну и вперед. Я